Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал AimBot. Продолжаем играть в игру под названием Marvel Битва Чемпионов. И передаем приветы. Передаем приветы Сурину, также Мистер Хаппи, Артем Король, Мальтрон Плей и Артем Ша. Или просто Артем. Далее мы... Собрались для чего здесь? Мы собрались не открывать кристаллы, хотя у меня их 106 штучек. 106 штучек это хорошо, мы их копим для следующего видео. Я сейчас их коротко покажу, что у нас уже накопилось, что нас уже ожидает в дальнейшем. В дальнейшем ожидают, есть уже осколочки кристаллов, которые есть у сильные, есть кристалл с тремя звездами и есть, да, уже кристалл с четырьмя звездами. Но... Я думаю, не стоит торопиться и не стоит, наверное, быстро делать видео, хотя всякое может быть, может будет настроение, я его сделаю, я открою 4-звездочного, а чуть попозже мы все-таки откроем 5-звездочного, или если повезет, даже в этом же видео можно открыть 5-звездочного, но в другом. Сегодня мы немножко собрались для другой цели. Сегодня мы собрались для боевочки, которая будет при выполнении задания, как я говорил, на героике. У нас новое задание, там что-то опять с мутантами связано. И я сильно не вхожу в диалоги, в их не читаю. И оставил, сохранил вот этот бой вам, чтобы показать. Здесь у нас идет ледяной какой-то человек, ледяной мутант, я не знаю, кто он. Ну, сейчас будем ему валять. И, скорее всего, это получится по одной простой причине, потому что я его уже один раз бил, вам расскажу секрет. Единственное, что я прохожу все это на автобое, а на автобое оно, блин, как-то, видите, не особо хорошо проходится, потому что все мои бойцы практически разбитые до финального босса. Но мы сейчас, я думаю, без затруднений особых все равно его пройдем, и все будет хорошо у нас. Пройдем и пойдем далее. Также хочу от вас услышать комментарии, ждать ли мне осколков 5-звездочного бойца, либо как можно скорее писать следующее видео по открытию кристаллов, либо стоит все-таки подождать и там уже 100% открыть 5-звездочного бойца и 4-звездочного. Так, что-то как-то ерунда как-то получилось. Ну-ка, давай-ка прекращай меня бить, парень. Ледяной парень, ты прекращай меня бить, что ты себе позволяешь? О-о-о. Ладненько, что-то как-то не задалось, сейчас переиграем, все нормально будет, успокоились, не надо бомбить, все сейчас будет. Немножко почему-то микрофон, по-моему, сегодня у меня близко как-то находится, и я сам себя эхом слышу немножко, что не очень комфортно мне. На самом деле, но я думаю, так зато будет лучше слышно меня сегодня. Также, в принципе, в дальнейшем я планирую купить микрофон, который будет получше со звуком, я надеюсь, чем этот. Потому что этот, ну, стандартный, прилагается с наушниками и как бы он не особо комфортен, если честно. Будем надеяться, что другой микрофон будет все-таки получше. Так, успокойся, человек, лед. Сейчас я тебе, блин, успокою. Так, назад. Я сказал. Да что, смотри, какой резкий. Даже не дает ничего сделать толком. Угу. А что-то как это ерунда, если честно. Так, стоп. Вот ты скройся. А ты скройся. То расповадилось окно. Мне тут разворачивается. Единственное, интересно, сделали, конечно, вот здесь вот анимацию, то, что во льду вот эти все летает, какие-то ледяные глыбы, метеорит или еще кто-то. Чую, придется мне лечить нашего бойца, или... Ну, давайте попробуем еще вот этим составом, если нет, то мы гражданского воина полечим и 100% пройдем эту ледяную глыбу, которая встала у нас на пути. Ну, и были немножко неудачно прошли мои бойцы на автобое до финального босса. И вот теперь мне приходится все это расхлебывать. Хотя первый раз почему-то у меня получилось это гораздо интереснее, гораздо лучше. Что-то с тобой не так. Чувак, завязывай. Завязывай, я тебе сказал. Что он прям такой какой-то мощный. Вот так вот тебе. Блин, да что я все промахиваюсь-то?
Так, давай назад, давай вперед. Давай вперед, давай назад, назад, назад. Ух ты, смотри-ка, достал. А, разброс-то хороший у спецприема у его. То есть на большую дистанцию достает. Ну, заодно мы посмотрим его спецприемы, оценим, стоит ли его вообще на нем стараться заработать, да, вот на арене, кто бьется на арене. Я так на арене не бьюсь, поэтому мне он как бы есть, как бы нет. Ну, вот так вот. Да, да, продолжим. Сливаем черного грома и качаем тогда бойца, который называется гражданский воин, и им вынесем эту преграду, которая встала у нас на пути. Думаю, мы справимся. Мы же молодцы, мы справимся. У меня там есть лечилки, у меня есть воскрешалки. Я не парюсь по этому поводу. Да, только так от толку от грома не было вообще. Ладно, ладно, ладно. Я чувствую, которые просто будут ожидать комментарии после всего этого, что я вот такой вот. Народ просто, я не знаю, как-то не смотрит или еще что-то, либо отрывками смотрит, он не понимает, что происходит. И начинает сразу писать, бомбить в чатах комментарий. Так, лечим его. Что якобы я не могу, там не умею сражаться, не могу я там биться. И вообще я вот такой, и зачем вообще я снимаю видосы, если я ничего не могу и ничего не умею. Ну и в таком духе. Ладненько. Прокачали мы нашего гражданского воина. И сейчас у нас точно по-любому получится. Я не знаю, почему он такой немножко жестковатый боец попался. Первый раз его сливал гораздо легче. Я даже не пользовался лечилками, ничем. Хоть мои бойцы были разбиты, но я с легкостью его преодолел. Будет что-то какая-то подстава. Ладненько. Ладненько, ладненько. Подстава, да, подстава. Собраться надо просто. Вот и все. Собраться с мыслями и навалять вот этой собаке ледяной, которая меня пытается валить. Так, он достает. Да, ты достаешь меня. Да я тебя тоже кулаками достану. Так, парирование. Не-не-не, чувак. Получай. Получай. Не-не-не, не прокатит у тебя. Вот как-то вот так вот. Многое накачал ему жизни, да и бог с этими лечилками, потому что у меня их достаточно. Я вот с ними вообще никакой, там, не знаю, нехваткости не хватает. Все, запутался. То есть у меня с лечилками все нормально, одним словом. Сейчас мы сразу отсюда свалим, вернуться к заданиям. Возьмем с собой лечилки, которые у меня там в инвентаре валяются, которые уже портятся, там прокисают, протухают, а то они совсем исчезнут. У меня там также и СА8 пропадает периодически. Ну и ладно. Так, где они у меня есть? Здесь у меня всякое такое, ништячки, т-т-т. Не туда я зашел, по-моему, если честно. Надо просто вот сюда провалиться было. Ну, посмотрели, какие есть ништяки. Так, забираем вот это все. Видите, вон уже портится лечилки массовые. Воскрешалки, вернее. Лечилки он уже скоро тоже пипец подойдет им. Как-то вот так вот, видите. Зато немножко потратили. Зато немножко избавились от них. И прошли, в принципе. Продолжаем также на героике. У нас сейчас будет долгая битва. Ну, как сказать долгая? Я сейчас выберу самый простейший маршрут, самый короткий, чтобы быстрее это сделать, пройти его. Если тут такой, конечно, имеется. Сейчас я играю вот пока что таким составом, потому что здесь есть два бонуса у меня, которые немножко повышают, скажем, рейтинг команды, да, то есть укрепляет команду. Вот так вот. Что еще? Ну, давайте свои сообщения. Я их все равно не читаю. Вот здесь мне не интересно их читать. Так, короткий путь. Есть ли он? У нас босс опять ледяной. Тут еще не босс здесь, по-любому. На 4000, а ты? Ты? А, ну ты слабенький здесь босс. Окей, значит, вот по центру, по центру. По центру, и мы и проедем через босса, фиг с этим боссом, мы его завалим, он мутант, и вообще нефиг делать, у нас два бойца под мутантов заточены, да, то есть по бонус-классу. Не будем сейчас трогать своих топовых бойцов, потому что
Нам нужны. Мы ими будем выносить боссов. Просто-напросто. Просто выносить. Брать и выносить. Сейчас я немножко соберусь и. Я думаю, все нормально, мы быстренько пройдем без всяких лагов и скажете, что я не все так плохо играю, как было в начале. Так, столько главное собраться, настроиться, и все будет. И вот так вот. Я играю на компьютере, да, я играю через клавиатуру. Маленько я все-таки приучился ей играть и играю уже больше на клавиатуре, нежели чем на планшете. Вот он увернулся. Так, стоп, стоп, стоп. Не-не-не-не-не-не-не. Так не пойдет дело. Так дела не делаются. Просто его зажимаем в угол, добиваем, бьем еще и бьем, и бьем, и бьем, и бьем, и спецприем, и все. Вот как-то вот так вот. Стараюсь я отскоками. В принципе, можно поработать через парирование, попробовать через блок. Ну, когда как. От боссов, в принципе, лучше отскоками работать, потому что они пробивают очень больно, очень сильно. И так, лучше, лучше, лучше. Так, здесь у нас, здесь космос. Да, давай, поехали через космос. Через космос поедем, через мисс Марвел, а капитан Марвел она, даже вот так вот, через нее. А также алые ведьмы побьемся. И все будет замечательно. Поедем дальше. Что же вам такого интересного рассказать? Рассказать даже не знаю. Написал я сегодня два видео. Они выложены вперед этого видео. А какие видео, если что, вы поймете сразу. Их будет понятно. Какое видео, когда выпускалось. Все будет ясно. Так, давай-ка назад. Так что стараюсь радовать вас, стараюсь играть в те игры, которые вам нравятся. Также планирую попробовать начать в новые игры играть. И, скорее всего, завтра выложу видосы по новым играм. Так что ожидайте. Подписывайтесь на канал, кто не подписался, и все в стандартной программе. Смотрите видео, наблюдайте, что во что я играю. Также можете свои советы давать, почему бы и нет. Я готов прислушаться, поиграть во что вы играете, и вполне возможно, если она понравится и будет на нее спрос, то в дальнейшем дальше играть. Играть и писать. Так, ну вот эти вот такие диалоги, вообще, наделены большим смыслом, что аж, я даже не знаю. Так, а они ледяные вот эти везде, да, находятся. Я что-то куда-то поехал, да и... Бог бы с ним. Без разницы, где, с какой стороны его бить. Потому что все равно проходить придется мне все это на 100%. Так же, как, наверное, и вы делаете. Потому что очень хорошие ништяки как раз в конце, да, когда вы проходите. Там всякие награды хорошие дают. Кристальчики и тому подобное. Либо осколочки кристальчиков. Мне вот, если пройду, здесь мне дадут осколочки кристальчиков 5 звезд, которые я все жду открыть. Хочу кристалл 5-звездочного бойца, которому я все обещаю. Обещаю вам показать. И пока еще не показал. Так, ну что-то это какой-то резкий. На тебе. На тебе еще разочек. А теперь отскок можно. А теперь можно подскочить и еще раз врезать. На, ну и прохладно. Прохладно, да ладно. Назад, 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 назад. Вперед. Опа, не успел блок поставить. А блок-то я не успел поставить. Спецприем лови. Ух ты. Ну, вот так вот. Добили. Добили, добили. Не проблема, это было не проблема. Все нормально у нас пока получается. Вроде маленько я разыгрался, маленько влился в нужные русла, да, и начал просто всех валять. Всем валять, всех валять. Так, что-то какие-то эти бойцы такие довольно-таки серьезные против нас. Призрачный гонщик, он тоже далеко-далеко не подарок, этот боец. В противниках такого бойца как бы не хотелось бы держать. Ладно. О чем это я? Не знаю, настроение хорошее, пишу третье видео сегодня и
настрой у меня есть. Вчера, на самом деле, я просидел дома, я играл в эти игрушки, я подготавливался для сегодняшнего дню, чтобы записать как можно больше видосов. Потому что завтра мне тоже не получится писать. Но завтра, скорее всего, все, что я запишу сегодня, я еще оставлю как раз новые игрушки, о которых говорил, на завтра. Потому что завтра вряд ли мне получится писать, и я буду их выкладывать уже подготовленные с сегодняшнего дня. Вот так вот. Так, стопешечки, давай-ка ты свои ручонки-то не тяни далеко-то уже. И вот так. А где спецприем мой обещанный? Я же его жал. На. Я тебя вот так обниму. Обниму просто. И еще потом прорычу что-нибудь. Типа победы. Что все я говорю, все я говорю, я говорю. Вы бы, чтобы мне что-нибудь рассказали, напишите хоть что-нибудь в комментариях. А то я столько диалогов произношу, столько с вами разговариваю, а вы как-то молчите, 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 да молчите. Приветы просите от меня. Ну, приветы я всегда готов передать, тем более, что мы как-то усвоились, так завелось здесь, что именно под этим видео, в этом видео, да, то есть по игре Marvel Битва Чемпионов, только в этом видео я передаю привет в остальных, как бы я не знаю, не имеет смысла, там и аудитория поменьше, и как-то, не знаю, как-то вот здесь все, как за правило пошло, так и оно и пошло. Так, что-то ты, Звездный Ворд, себе много позволил. А позволил ты следующее. Ты позволил побить меня. Зачем, спрашивается? Зачем ты это делаешь? Какие у тебя мотивы против меня? Что ты вообще против меня имеешь? Блок убери. Блок убери и получи оглушенницу. После чего я тебя добью. Так? Ты понял меня? Понял, да. Молодец. Вот тут мы с тобой сошлись во мнениях. И наша победа очередная. В принципе, ну как бы... Это очевидно. Мы для этого и собрались здесь, чтобы победить, чтобы навалять финальному боссу все-таки. Это дело, в принципе, привычное. Я уже на героике уже давненько уже стал проходить боссов этих. Поэтому на сложном, на более сложном, на мастере, по-моему, на мастере. Вот там как раз я даже вообще никуда не могу продвинуться. Там все печально. Поэтому. А здесь, в принципе, все нормально у нас. И вот те, кто бойцы еще не успел пройти это испытание, могут посмотреть его сегодня. Ну а если даже кто прошел, а может не проходил на героическом режиме, то в принципе тоже можно посмотреть, какая мощь у бойцов и тому подобное. Насколько у меня сильные персонажи, сравнить с вашими персонажами, сможете, не сможете пройти здесь. А может у кого-то лучше даже персонажи, я как бы не спорю. Я играю, в принципе, не так давно в эту игру. Играю где-то, наверное, год, может даже чуть-чуть меньше года, поэтому есть бойцы, я не спорю, гораздо опытнее меня. Или гораздо больше кто играет. Тем не менее, все равно я стараюсь, и я уже, я думаю, неплохо продвинулся в этой игре. Если бы я еще открывал бы навыки, то было бы все гораздо бы... поэффективнее у меня. Я же сейчас перестал открывать навыки, я просто открываю кристаллы, которые мне ничегошеньки не дают взамен, кроме двухзвездочных персонажей в большинстве случаев. Ну, как вы и догадались, наверное. Но, тем не менее, многим просто интересно посмотреть их, вот что-то Гипперион распоясался. Поэтому я, в принципе, их открываю. Изначально все пытался навыки качать, но потом стал просто открывать кристаллы и радовать вас, радовать себя. Не знаю, с какой стороны я себя радую, но у нас закончилась энергия. А закончилась энергия, и это не печально, потому что она у меня есть, видите? Я предусмотрительный, у меня есть энергия. И я могу спокойно, с уверенностью проходить испытания. Там, где я хочу пройти, я их пройду. Ну, давайте диалоги, давайте пропускать все это. Всю эту перепалку слов там. Это так вот. Все, гражданский воин, топовый боец против топового бойца, испытания. Почему бы и нет? Попытаемся сейчас сразу победить его. Ну, такая вот цель как бы поставлена. Не знаю, получится, не получится, потому что я не проходил это испытание.
Я даже не знаю, какой боец против меня. Но, тем не менее, я думаю, у нас все получится. Мы же молодцы, мы же. Мы же. Мы же, мы же. Мы же не просто так здесь собрались. Мы же посмотреть собрались все-таки. И что это за дела, Архангел? Засунь свои крылья, знаешь, куда сам. И используй по назначению. Разлетался тут, блин. Ну, то, что боец летает, это уже довольно-таки интересно. По-моему, ну, не было таких бойцов. А, ну хотя, почему не было? Да их валом, 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 извиняюсь. Их много летающих бойцов. Тот же Сокол или еще что-то. Вот, спецприем посмотрели. Может, ты этот третий проведешь спецприем, нет? Давай я отпрыгну, я тебе дам шанс. Ты, правда, микровотечение что-то сделал. Так, ну ты будешь третий спецприем-то наносить мне? Я же хочу посмотреть его. Не блокируется. А я поставил блок. Это что, читерство, что ли? Да нет, я просто тебя добьюсь. А, бесполезный ты, Архангел. Бесполезный. Не знаю, может, как боец он, в принципе, и неплохой, но здесь он себя вообще никак не проявил. Я против ледяного дядьки что-то бился гораздо дольше. Гораздо все мне там сложнее получалось. А, кстати, которая девушка тоже из новых бойцов, она меня что-то тоже не впечатлила. Она так быстро у меня проиграла, и я даже не понял, что это вообще босс был. Прям махом вынес ее. Вот так вот как-то. Ну вот мы и прошли, в принципе, наше испытание на героическом режиме, за что нас ожидает еще кристалл с бойцами в 3 звезды и прочие ништячки, да, всякие такие, эх, эх, просто если кто-то не может пройти на этой сложности, кто-то завидует всяким вот этим ништячкам, вот этим особенно, да, да. Вы поняли, о чем я. Ну все, возвращаемся к заданиям, что я могу сказать. На сегодня, наверное, мы закончим это видео. От вас комментарии по поводу того, что хотите ли вы как можно скорее увидеть видео по открытию кристаллов, и вам не важно ли выпадет нам 4-5-звездочный боец, сможем ли его открыть или не сможем. Если вам без разницы, будем открывать кристаллы в ближайшее время, как я смогу писать видео. Записать видео, скорее всего, я смогу в понедельник тогда. Вот так вот. До понедельника я на максимум здесь не пройду, поэтому я осколочки 5-звездочного не получу. Не получу вот эти вот осколочки, чтобы было наглядно. И не гарантирую, что тогда я смогу открыть его. Если будем ждать окончания этого задания, то это еще где-то недельку надо будет подождать. Как-то так вот. Либо в понедельник видео, все за вами, либо через недельку. Так что пишите. А на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за поддержку. И всем пока-пока. До новых встреч. И встретимся в новом видео.